Деградация! Что ты, блядь, в царя хранил? Сука! Фух! Теперь стрелок тоже, блядь, что вы творите? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Ну, это вообще спрей, конечно! Это не только спрей, он еще и в дропшоте это сделал! Мятный пирожок, Тим, там красиво победа снимает. Нихера себе, Саша, что творит? Зверь! Ты видел, Вес? Слева больше? Лево, блядь, это слева! Блядь, это наверх ты смотришь, блядь, назад посмотри! Ты сказала лево выше. Еще лево. Я не сказала выше! Вот, бля! Ничего себе. Что-то я убил человека. Ты по нему хоть пострелял, или он просто ртом нацелился на нее? Там за окном. Там за окном есть дожди. Сатана прислал 100 рублей. Убей! Убей их! Глеб решил зачитать донаты и одновременно попрактиковаться в горловом пении. Что вот детям Глеба мать говорит, когда начинается этот вот... Она говорит, папа в космосе, он космонавт, а вот этот вот чудак, я не знаю, откуда он тут взялся. Было время, я не знаю, как сейчас, но было время, когда Диман, мой старший сын, считал, что я, типа, изучаю космос у себя в кабинете. Это неплохой эфемизм для анонизма. Он уже пришел. Да прости! Сядь ему на лицо. А как она это сделала? Я думал, тут только фото... Блять, я сейчас, пока я допрашивал, я наверх посмотрел. В смысле, ИРЛ головой своей. Посмотри, сука. Это клиника. Я чувствую, что... Блять, зачем я вышла? Ладно. Я тебе дверь открыл, Саш. Спасибо. Там еще... Господи, боже ты мой, что это такое? Ладно, выманите его на мой кремор, давайте. Сиськи покажите. Покажи сиськи. Так, звук не совпадает с видео, теперь пишу. Что-то сейчас проверю, блядь. Сейчас, блядь, тетради соберу, блядь, проверю, блядь. Фак, что это? It was at this moment that he knew. He fucked up. Что там? А, прости, залог, прости. Она может подняться, сама. Да, блядь, хули ты, блядь, пиздишь опять мне под руку! Ёбаная тварь. Пиздец. Невозможно в такой обстановке, совершенно невозможно. Вообще не понимаю. Бля, мне тоже нужно срочно пописать ушами, потому что, блядь... У меня там... После... Я буду вас мьютить. У меня там тромбы, блядь, после этого образовались. Всем вашим сокомандникам удачи. Удачи с соседом Петровичем. Заткнись, Денис, пожалуйста. Заки, как мамка. Моряк-анимешник, 300 рублей. Глеб, у них одна стена тут не заделана. Да завали ты, блядь, ебальник свой! Спасибо, ребят, всем за донаты. Особенно да от Саши. Да, сука, ничего не слышно, блядь! От Саши персональное спасибо. Блядь, ебать тебя в рот, ну, блядь. Такой ты дурак. На точке пульс. Заходит он уже. Заходите, раз, два, три, давайте. В толчке, вот там. Красавчик. Все, блядь. Даже без дропшота в этот раз. Причем мне показалось, или Женя начал какие-то странные звуки издавать, когда стрелять начал. Как он помогает себе? Та-та-та-та-та-та-та-да. Сука. Егоп прислал 100 рублей. Глеб пошел в роль уже хотя бы. Что там чатик пишет? Кто-нибудь читает? Головчатый. Хорошо. Спасибо за апдейт. Джефф. Фу, кого головчатый? За щеку заходит ловко. Ну, то есть есть лук репчатый, а есть чеснок головчатый. Где токсичность? Где мамка Заки? Где сам Заки? Вы в Сиш играете или в ЧГХ? По-моему, Глеб соскучился по озвучке задрота. Из него прям лезет уже.
На втором этаже есть еще над вами. Прямо. Ясры. А в тыслях. Какой странный микрооргазм. Микрозлобный оргазм такой. Инъекция ненависти от Дениса. Инъекция микроненависти от Дениса, так моя бывшая называла наш секс. Глеб сгодился. Вот он здесь типа сидит все время, а потом вышел один раз и убил сразу. Да ладно, я на банке просто проявлял чудеса тактической мысли. На банке? Новая после бутылки? На банке, лол. А на больших окнах никто не висит, не знаете? Бля, там кто-то висел. Дурак! По-моему, Калин висел. Саша, какая ты громкая, да? Дурак, ёб твою мать! Я вообще на русском подумал про... Именно по тетику. Нет, в смысле, по фетик? It's so по фетик. Саша по-французски заговорила. Я себе представил... Le pathetic! Я себе представил, такая, знаете, на дегустации вина такая, покрутила бокал, такая, понюхала, le pathetic. Литерально сказать. По-правильному. Без акцента. Литер... А, как... Литерли. British accent. Literally. Literally. Дурацкое словосочетание. Today you're so literally. You're so literally fucked. Это не картавость, это каптавость, видимо. Каптавость. Каптавость. А вот интересно, есть слово decapitated, это обезглавленное, а capitated есть? Ну, это, наверное, как это... Ну ты поняла. Ну как... Как... Лен. Сломали Денечку. Come to me, meine kleine Mädchen. Ну, Liebenkind, это по-словенски сейчас было. Это было по-немецки, дурачок. Да что ты говоришь? Ты рандомные микрооргазмы опять. Непонятные. Бля! Я за ДСП-шку провалился. Кто там ветра пускает? Или Глеб, или Саша? Я думаю, на стриме никто не признает. Нет, Глеб, у тебя вентилятор. Если б я пернул, я признался. Ты меня знаешь, мне похуй, я отбитый. Ты хочешь сказать, что мы микрофоны у жопы держим, или что? Либо пукаем ртом. Да, может, вы разговариваете жопами просто. В чате пишут, шутки слабые, пошли, расходимся. Блять, кто-то из воздушки стреляет. Вот это бас пошел. Мега дых. Кавира мувира. Ну ты что, ты серьезно собралась меня убивать, что ли? Это тупорога. Тупорога я овца. Еще один тупорогий. Море голоса зовут меня. Меня, блядь! Да это, короче... Это заложник, вы ебанулись? Я её убил, ничего себе. Глеб. Так, один на точке. А где залог-то? Я ж не бежал! Глеб потерял чуть-чуть. Блядь. Эйс! Дурак! Дурак, ёб твою мать! Поздравляем с Уэйсом. Уэйсом. Джон Сина! Все, блять, моя ты команда мечты. И Глеб, ты супер. Денис, ты супер. Уэс, ты супер. Стрелок, ты супер. Кост, ты Кост. А почему Домру не алло, Глеб? Мне не нравится.
Все понятно, спасибо, Глеб. Бля, меня шоколад выслеживает. Шакал, шакал выслеживает. Внимание, меня выслеживает шакал. Денис, Денис, спаси меня, Денис, Денис. А зачем ты ко мне-то привела, блин? Денис, Денис, спаси меня, пожалуйста, Денис. Я не смогу, я не смогу. Нет, 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 пожалуйста, нет. Ебать, на кое, твой на точке. Там уже на точке пошли, Денис. Он опять меня выслеживает. Денис, Денис, что делать, блядь, Денис, пожалуйста, помоги мне, Денис, что делать, блядь. Денис, Денис, пожалуйста, Денис, помоги мне. Метка, метка, метка. Нет, жопа, убери жопу, помоги мне. Ой, меня нашли. Денис, 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 пожалуйста, Денис, пожалуйста. Денис, подними, хапай. Денис, пожалуйста, подними меня на какого хера. Денис, пожалуйста, у меня же капает, ну, блядь. Тампон вставь, блядь, что за беда у вас? Сука! Шакал, 100 рублей. Да, блядь, да не выслеживаю я тебя уже, пожалуйста, Денис, хватит. Денис, Денис, блядь, он меня выследил, все равно, блядь, в донатах выследил. Денис, пожалуйста, помоги, блядь, Денис, смотри, он меня выследил, смотри, он со мной разговаривает. Просто, Денис, пожалуйста, он меня опять выследил в донатах, пожалуйста, господи, боже мой, как же так это? А ты скажи мне, ты когда вот это делаешь, ты специально говоришь, как Саша Спилберг в... в фильме с том дурацком, или это просто впадение? Не меняй пароль, пожалуйста, не меняй пароль, я сама его не помню! Вообще, вообще один в один! Просто копия! Он там, короче, где я к тебе прижимал. Ебать, он горит! Все, на вас сработал мой коварный план, ребятишки. Он стоял в огне и стрелял. С пулеметом стоял в огне! Это как этот охотничий монок такой. Я остатки попытался выдавить из себя. Чужие дети шепчут тебе. Это песня Майкла Джексона или что? Чужие дети шепчут. Блять, нет, я не могу этот звук издать. Раз, раз, а так? Раз, раз. Угу. Лучше, нет? Тише. Я так понимаю, это вообще не имеет отношения к моим вопросам. Глеб сегодня просто издает звуки. Нет тормозов, четко, еди, городки, четко, нормально, не лагает, норм, все отлично. Я думал, ты какой-то, блядь, рэп-композицию начал.